Всем привет! С вами Информ ТВ. Ольга Левитина – известная театральная и киноактриса, как и ее знаменитая мама Ольга Остроумова. Обе артистки получили образование в ГИТИСе, и на их счету множество замечательных ролей на театральной сцене и в кинематографе. Левитина уже заслуженная артистка, а ее мама – народная. Как-то раз они даже обе снимались в одной картине «Не валяй дурака». В детстве Ольга не горела желанием идти по стопам уже тогда известной матери. Она мечтала стать профессиональной балериной. Несколько лет занималась в балетной школе, после чего педагоги ее забраковали. 7 лет потом она получала музыкальное образование, и оно ей пригодилось в жизни. Творческая деятельность Левитиной началась, когда девочке было 6. Она снялась вместе с мамой в ленте «Василий и Василиса». Дальше будущая российская звезда училась в школе с углубленным английским языком. А в 15 лет ее включили в программу по обмену учащимися, и она некоторое время жила в США. Окончив ГИТИС, работала в театре «Эрмитаж» и лишь спустя 11 лет вернулась к кинематографу, исполнив роль в «Прощальных гастролях». Творческая биография актрисы богатая и продолжает активно развиваться. Сейчас семья 45-летней Ольги – это ее любимые родители, брат и, конечно же, сынишка Захар. Она предпочитает не распространяться о своей личной жизни и не дает интервью на эту тему. До сих пор завесой тайны находится фамилия бывшего мужа Левитиной. Недавно звезда призналась, что не страдает от одиночества. Ольга намекнула, что у нее есть спутник жизни, который подходит на роль будущего супруга. Но кто он, это останется в тайне. Сейчас все свое свободное время она посвящает карьере и семье. Интересно, что и мама, и отец, и отчим, и брат, и все они сделали огромный вклад в развитие театрального искусства и отечественного кинематографа. Отец Михаил Левитин – известный сценарист и режиссер. Брат Михаил от отца унаследовал не только имя и фамилию, но и талант к режиссуре. Личная жизнь Левитиной похожа на жизнь мамы Ольги Остроумовой, которая тоже прошла через развод. Родители артистки прожили вместе 24 года, после чего расстались из-за интрижки отца на стороне. Сейчас Остроумова замужем за Валентином Гафтом, у которого прекрасные отношения с самой Левитиной. Сын Захар называет свою знаменитую бабушку просто Олей. А как считаете вы, почему Ольга-младшая повторила судьбу своей матери? Неужели действительно это все было предначертано судьбой? Пишите свое мнение в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!